Итак, с погодой творится что-то неладное, рыбалка не очень. И вот я думаю, что же можно найти в этих пеньках? Серебряный детский крестик в пеньках и куча-куча советских монет. Сейчас я покажу. Но самая удивительная находка в пеньках — это даже не крестик, а остатки телефона вот под этим пеньком. А за следующим ключ. Как ты сюда, Брэд, попал? Я просто не понимаю. Сейчас я покажу. Так, ну, крестик серебряный детский есть. И сейчас гора монет. Вот такая гора монет советских. Половину я просто повыбрасывал, потому что, ну, просто такое количество. И брал самые чистенькие, чтобы не отмывать. Вот так вот. Среди пенечков-то. Пока будет. Там все матерые пацаны все облазили, но крест пропустили. Так что крестик у меня есть. Серебро. Вот так вот, пенечки. А когда-то здесь я щуку ловил. Я нахожусь в самом известном месте нашего города. И по тихой грусти, обходя жижу, совершенно внезапно обнаружен царь. 1853 год. Это что-то с чем-то. Ха, здесь! Офигеть! Да. Очень неожиданная находка. Вот так вот. Да. Вот интересно, что еще после царской монетки можно найти? Прям вообще в открытую. Оу, oh, yeah. Вот он. Крестик чистенький, хорошенький. Но не серебро. Но находочка. Ха-ха-ха. Отвратительная классная погодка. И бабац! Серебрище. У-ху! И я разбогател. Детка. Но Серёня, но мастер, а? Пробочки есть, все есть. Детка. Чё ты там крякаешь? Копай. Силкина. Бассейн. Откуда здесь взялись 20 евроцентов? А? Карл, откуда? Хи-хи! Детка. Итак, я продолжаю сегодняшний вояж. Местным помойкам. Вот такой вот у меня тут пейзаж. Пейзаж. Вон там какой-то рыбак сидит. Ну и хрен с ним. В общем, после 20 евроцентов. Я, конечно, ни на что не надеялся, но... Хе-хей! Опаньки! Ах, это не серебро, но все равно такого алюминиевого у меня в коллекции еще нет.
И лей, дождик, лей. Сегодня воскресенье, плюс 28. Дай, думаю, прошмыгнусь, посмотрю уровень воды. Уровень воды высокий. Поднимаюсь с этой помойки. Хопля! Поехал покопать. Даже не знаю. Бижутерка, скорее всего. Да. Вот это да. Уе. Детка. Наверное, был перстень. Крепление. Скорее всего. Позолота. Хотя пес его знает. Ладно, берем.